Используй метель, чтобы действовать скрытно. Ты передумал? Нет. Но придется действовать осторожно. Ну, ступай. Я постерегу здесь. Можно укрыться в повозке. Соли, дюжина фунтов свинины, 10 говядины, 7 дюжин яиц, 16 голов сыра, не французского, 5 бутылок виски, новые мундиры, сапоги, кожа для заплат, одеяло, фураж. Что еще? Все. Это все. Пушки могут помешать. Может, устроить диверсию? Стоять! Эй, преступников не потерплю! Ты дурак? Живо сюда! Эй, преступников! Французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон. Как ни жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не по нутру. Наши силы разобщены, дом далеко. Я не хочу внести жалоб и матерям дурные вещи, потому что бульдог не состоялся в своем. Нет, ни черта. Вернусь назад, пожалуй. Где теперь генерал? На смотре войск. А зачем мы выступаем к форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В одной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. Ну, хоть этому придет конец. Я пытался. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. Может, и здесь.
сержант! Быстро! Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора.